Здравствуйте, уважаемые подписчики. Это новости доказательной неврологии. И сегодня я хотел бы поделиться с вами информацией о таком препарате, как метформин. Вернее, показать его с другой стороны. Рассказать о тех рисках при терапии метформина и о побочных явлениях. В интернете огромное количество информации и исследований о чудотворном эффекте терапии метформина при сахарном диабете второго типа. А также там огромное количество информации о том, что метформин – это хорошая профилактика сердечно-сосудистой патологии. Никто с этим не спорит, это огромное количество исследований, исследования больших размеров, достоверные, но не стоит забывать о том, что длительная терапия метформином при дефиците витамина В12 приводит к тому, что у данных пациентов развивается нейропатия. И чаще всего это полинейропатия нижних конечностей. Также не стоит забывать о том, что длительная терапия сахарного диабета второго типа препаратом метформин при дефиците витамина В12 приводит к тому, что у пациентов возникают нарушения памяти вплоть до деменции. Получив данную информацию, не спешите сейчас же назначать своим пациентам витамин В12 в огромном количестве. Если вы смотрели предыдущие мои видео, я уже не раз говорил о том, что витамин В12, цианкобаламин в огромных количествах – это высокий риск онкопатологии. Еще о чем хотел бы поделиться, о том, что женщины, которые страдают сахарным диабетом второго типа и планируют беременность, помните о том, что это высокий риск при эклампсии и перинатальной смертности. Будьте очень внимательны, будущие мамы, кто страдает сахарным диабетом второго типа. Будьте очень внимательны доктора, кто использует терапию, связанную с метформином. Лишний раз почитайте, лишний раз обсудите риски с пациентом и необходимость терапии. Высказывайте свое мнение, оставляйте комментарии под видео, подписывайтесь, ставьте класс, оставайтесь с нами, и вы будете в курсе последних новостей неврологии. Всем спасибо, всем пока.